Ну что, танки, давайте это. Где вы? Заходить нет. Подожди, РЛ, БФК отошел немного. Он не АФК, он выключил микрофон, он пишет в чат. Ну да, ну блин, как он напишет человеку из Дискорда? В Дискорде ему напишет. У нас есть Void, трэш релить. Я пизду, бля, я болею. Бля, Void, я хочу чипсы, давай быстрее. Короче. Поешь за компом. Какая была идея? Я опять со своими ёбнутыми идеями. Короче, смотрите. Так как у нас не все Т4-2. Ну, согласитесь, но у нас человек 20, да, Т4-2 из основного состава. Типа, явно ребятам многим еще все нужны печеньки. Кирилл сказал, пошли вы нахуй со своим грульмагик хэм. Ну, типа, Зуламана оставил. Допустим, он поставит туда какие-то ЦЛК хэмки, но они тоже быстро закроются десятки. Вот, я хотела предложить Кириллу, чтобы Void раз в неделю за энное количество бонусов, ну, ЕП, водил нам, собственно, этот рейд. Как идея? Всех поговорю. Как идея собирать просто каражан и оттуда лутать бесплатно? Да какой каражан? Тут груль магик хэм 3 печеньки. Каражан 10 человек и 2 печеньки. Каражан выгоднее, получается. Подождите, вопрос, типа, ЕП Войду или всему? Да, нет, ЕП Войду за РЛ-ство. Нет. А символически? Нет. Нет, такого не будет. Нет. Почему? Да, нахуй мне это ЕП не надо. Я буду да. Либо всем ЕП начислять, либо вообще никому. Тогда Кириллу 100 тысяч можно аванс. Потому что он РЛ, типа, ну, и зря. Поэтому имеется в виду. Не, вы не переживайте, я, блядь, просто с пугами соберу нахуй себе по анрулю печеньки, мне вообще похуй будет. Бабой хорош, вот это мужик, да. Чего про Жанхэм не хотите ходить? Это самый пивной инст, его проносит даже пуги 240. Да, даже безжалостно его проносит, так что. Да, блядь. Короче, я поняла. Не, я не против собрать, типа, на гильдию сходить, это. Так, а никто и не против, но ЕП никто не будет дополнительно. Что? А нахуй вам это ЕП, блядь? Символически поощрять, почему нет? Символически, это 50 ЕП, что ли? Не 50, хоть 500. 7 человек, которые надо. 5-5. Типа, ЕП за рейд сколько дают вообще? Ты за 10 кагалды меньше ЕП получаешь. Ты видал там новые эти, ну, расценки ЕП? Сколько нет, ну я не знаю, ну по старым, допустим, расценкам 500 ЕП, типа, это не так много. Ну 500 ЕП будет получать, так новые расценки уже. Нет, сейчас ну хорошо, по новым, много. Хорошо, по новым пусть там 200 получают, я не знаю, почему нет. За фулл ЦЛК дают 300. Ну типа отменили, не хотят водить, ребятам нужен шмот. Я сомневаюсь, что у нас 25 из 25 в хэмку будут приходить Т4-2, я об этом. Ну или типа забить хуй и типа ходить с пугарями. Мне-то похуй, я Т4-2. Да, конечно, лучше с гильдии сходить, я свожу, просто вы, ну, допиздимся в какое время и все, блядь, в какой день. Либо это дневное какое-то время, либо вечернее, свободный день. Люди зайдут, я свожу, похуй. Да вон канал, еще статик написал, что будешь собирать игру магик хэм, все. Не, ну... Понимаешь? Юля говорит, чтобы это было как-то централизовано, организовано, а не просто... Ну, ребят, давайте соберемся на инициативе. Да, да, да. 25 да. человек, я сложно тебе собрать. Я согласен, что типа в МХМ гильдии нужен куда больше, чем в Ломан. В Ломан можно с пугами закрыть. Типа вообще как два пальца, или собраться там, ну это вообще величайший инст. А ГМХМ он реально много нужен до сих пор. И это не легкий донж. И ну типа не это не легкий, как ну, с пугами не, не так легко закрыть, мне кажется. Типа, бля, заберите, пожалуйста, пожалуйста. Нет, даже если с пугами можно. Типа там идут челики, допустим, компашка 10 человек. Они все там друг на дружку ролят, ты у них ничего не унесешь просто. Да, безжалостно так делать. Я так еще на экстрим водил, так еще вроде на экстрим делали. Один раз водил. Мы тоже так делаем, кстати. И на экстрим еще делали, да? Там один лог все сролил. Так это нормально. Ну, по поводу... Знаешь, делали так на экстриме? По поводу централизации действительно была такая практика, я уже не помню где и когда, но также челик взялся водить рейды, типа похуй, я буду водить. По-моему, даже воет на циркуле где-то. Буду водить днем. Вы думаете, кто-то пришел? Пришли 15 человек. Ну это бред. Поэтому это нужно к
какая-то вот именно организация рейда, ну, от руководства и вообще. Ребят, ребят, если надо этот грумагик сейчас, если есть свободное время, без проблем. Вы можете даже пугов набрать с каким-то анролом, но если будет присутствовать 15 человек с гильдии, вам начистится за это ЕП. Просто скриншот скидываете кому-нибудь там, из генерала или выше, и все. И вам начислится ЕП, которое там получали вы за этот магий игру. Ну вот и все, проблема решена. Кстати, есть еще предложение, чтобы было максимально честно. Раз мы все порешаем вместе, то почему бы не сделать голосование? Что люди хотят собирать в гильдейском рейде, ну, в РТ? Гру Магик или два Зуламана в разные дни? И типа, кому нужен буст? И проголосовать просто. Ну, Болтара сразу будем бить. Ставьте кто-нибудь банк, пожалуйста. И буду закрывать один час. Зуламан за час закрывается, да. С пугами. Зуламан, ну, с пугами его закрыть без проблем. Столик маги, дайте. Не, просто чтобы было. Дайте кто-нибудь банк, пожалуйста. Есть, вот он, в трупе. Тут изначальная идея была про ап вот, фото. Вот, вот, Феникс. Вот, я прыгаю. Вдвоем с другой стороны, у хоста. Тыкните столик, маги. Кому спекнуться? Что его кушать? Столик, столик. Дерьми станешь, ты реслин. А места нету вот. Суки. Сука. Так кто-то спрашивает. Ну, новенький маку. Ваку, который что? Да. Ливни с БГ для начала. Я себе ставлю. Так, короче, Дермич, забираешь первого, Реслин двоих, последующих, печеньку там отводишь. Резка вторая будет, потом во вторую резку пойдешь, Милхан. Да, holy shit, брат, мне похуй, это мое место. Тыкните шкаф. Тыкните на солон. Ребят, тыкните на солон, пожалуйста, спасибо. РДД рассосались по 12 метров раньше набрали. Что ж так, вдох по ними берем. Дайте пан. Все, иди. Нет, я отсюда блядь буду босса бить. Ты мне сиди. Реслин первый, да? А Реслин, ты в печеньке, блядь, будешь босса второго и третьего ловить. Дермич, иди лови, ты в кресте, блядь. Гуляй, ну. Нет, блядь, внизу. Не сорвите только агро, пока он ставит. Рэндж. Блядь. 70 стаков, нахуй. Хуёво рэндж держит. Мало. 88, блядь. Реслин, забирай. Батя, куда вы пришли? Тебе? Я лошу. Я вот, блядь, просто, ну, до сих пор вот я вот что-то в голове держу и думаю, блядь, нахуя было нерфить Т4, ну, тем, это, блядь, ну, классом, там, ДПС, там, многим, блядь, топ-рекаунт, ну, топ этот, блядь, ну, топ-места, короче, первой строечки, да, и при этом выпускать целка, нахуй, где общий, блядь, на сурке, ой, тут и, блядь, на сурке, на этом, блядь, на ребре должен быть 300 с копейками. Тысяч. Ну это пиздец. Я хуею. Ребят, можете кучнее встать, чтобы когда мы разбегались, это типа... было место. А... Поехали, в левую сторону выносишь. Ну хорошо, я вакуум буду выносить.
Так и надо. Просто метки в левую сторону наносите и все. Так она у нас не взлетает, блядь. Ну да, но скорее всего даже не взлетит. Иди. На Т4 панель, Филипп. Летит. Потики не выпили. Кунга, ты где в ДПС-то? Все, убили мой спек. Кунка, не только тебя убили, не поверь. Всего-то 10% АП порезали. Там дохуя чё понерфили, там не только АП порезали. А ты это умножай на 3, блядь. Смотри, у миника, блядь, у миника осталось 35% здоровья, блядь, я только настакал этот, как его. Дотку, блядь, до 10 стаков. Охуенно, блядь. Давно, типа, миник из РС, это какой-то показатель, типа. Не, ну, блядь, окей, нахуй. 10 лямов боссу снеслось, нахуй, я только настакал дотку, нахуй. Так лучше? Типа, я на ханте так же примерно дал. Ну, только начну примерно дамажить. Всё. Теперь дамажит ШП, кончилась ваша эра, блядь. Да-да. Блин, БДК форсмайн. Да, БДК форсмайн. А зачем ты туда забежал? В смысле? Зачем ты туда забежал, Лиздов? Если можно было с этой стороны заивейдить и зайти всем. Потому что райский человек. Это с циркуля привычки. Я смотрел, убежалась не такая же хуйня. Потому что можно без эвейда спокойно пробегать. Ну так-то да. Непривычно, что не Кирилл танк. А мы уже бьем, понял? Да не, шишки курим. Что-то как-то. Дермич, как там, блядь, таунт вообще нажимается? Не? Заебись. Он тоже не в теме, что мы бьем. Дермич, когда хуйню это дает, там таунт нажимает, там по-братски. Реслин трэш заберем. Антифир по дерьму. А, я думал уже, но я не достаю. Какой нахуй фир, блять? Перед фиром нажимай таунт, и тебя не будет фирять, блять. Не во перед фиром, во время каста, да. Вот. Во время каста нажимаешь, и все заебись. Блять, пост, сука, достал фиром, теперь криво стоит. Ебать. Вейтну. Ну отведи немножко, дерни. Блять, Дермич, ты что, блять, первый раз танчишь или что на? Редко играет. У него. Я хуею, блять. Деменция. У Байдена? У меня одного не работает больше гильдия. У Байдена. Я кикнул. А тебя что-то выкинуло из гильдии, говорит. Не знаю почему. А, ну ладно. Понял. Ты пишешь что-то в чате, Ридерихан, покидает. Это, пацаны, по-братски, прошу, там не рольте ебаные запы, нахуй, кожаные на сову, нахуй, элемы ебучие, сука. А мы их распылим прям сразу при тебе. Заебали, блядь. На рыбу хавайте. Вторые нужны, заебал. Спекайся в танке, Реслина ДД, Дермич, в свету танчишь. Вон там печенье словишь. Ебалок. Бля, тотем до сих пор оставили этот купол Вайда, сука. Яйца. Блять, будет. Во тьму заходим, на пулы дадите на Вайда, на вечер. Что в свету? Свету Дермич танчит. Попать. Попать. Сейчас скажу, что попасть. Первое, второе, тьма. Ну, кроме Дермича. Райский остаешься светухи, лишь Дермича. Рид. Юля. Эдик. Да, короче, трем эти места. Все. Три. Третий, четвертый свет. Дайте, пожалуйста. Дермич.
Ну, блядь, пробафайтесь быстрее, ну. Котяра, что тебе не хватает? Лапку. Вы отошли все дальше. Вышли. Все, зашли внутрь. Парите нахуй, бар. А как хаспорт? Стоим все в одном фрейме. Ну вот, надо было, когда он заэвейдился, 30 секунд считать и выжил бы хаспот сильно. Я обычно скилл какой-то кидаю с похожим полдауном и вижу нас. Мужчины, скажете? 10 секунд. Ну, примерно 10 секунд. На, парите. Кулак дай, типа... На, крик на, дай, дайте всё. Пейте припот. Там кулак по варам просит. На АП крикните и все, нахуй, забейте хуйню эту кулак. Зло, блядь, на 5 минут. Серый вниз. Перебежали на ту сторону быстрее. Менеджермастер, Жеслин, блядь. Че АПК стоит? Служи, вышли. Должны были на тренинг сегодня служу уходить. Ну мне по кайфу что-то закрыть и надо. По приколу сейчас. Чё похилили. Повойду зубы на Юля. Ладно. Выходи. С правой стороны, с стороны печеньки. Блять, Вой, ты, блять, как ты... С другой стороны его словил, блять. Ты ж предупреждай, я не знаю. Я с кружка заходил. Блять. Так, блядь, ну ладно, короче, блядь, обычно просто босс фульшит вниз. В другую сторону. Сейчас будешь двигать потихоньку. Двигаемся сейчас по чуть-чуть. Калют вниз. Блять, ну не диспельте вы так рано, сука, я, дайте ему... Я, сори, я, у меня крыло одно вижу, нихуя больше не вижу. Ну, дали камень. Сейчас лезвим мы. Скоро. Лезвием. В лезвие. Выходим, третья, четвертая пати. Этот... А, все в этих не останется. Гера, когда есть еще. Там есть лезвие? Надо стопнуть восьми. Скоро буду, да? Тьма, стопните, не бейте, дайте... Стопнуть мне. Чтоб у тебя 60 было. Сейчас лезвие. Блять, тьма, вообще не бейте, заебали вы нахуй. Нет лезвия. Да. Это крыло. Это крыло ебаное. Слин. Это ебаный в рот. Блядь. Сосед. Метеор. Да? Куда метеор? Перебежали, перебежали. Можно тьма бить. На, бить. А чё ты себя не заспоришь? Так, во тьме это проклятие, здесь это магия. Нет, оно то же самое там и там, вообще любой да, может диспелить и... Братик солнце, ебать, нахуй Ридиган. Братишка! Я как бы сам диспелился. Как говорили, сами себя диспельте, кто может. Потом только я диспелила, определитесь. Уночка. Перебежали. Я кулку не вижу, нахуй, скучно даже как-то. Шо нахуй? Кулка, как дела? Ну вот реально, слушай, даже не интересно, нахуй. Мне срезали примерно 30% FPS. Да, похоже. Тряпанный, с палкой, ебать. Сука, XTM хороший дядька получается. XTM пиздец. Да, это на самом деле все верно. Грамотно сделал, как я просил. Кстати, помнишь, как я говорил, он так и сделал, ровно в два раза. Нихуя себе, две чешки упало нахуй, ебать. Ну так должно было произойти. На группу играем, значит можно нидить.
Хилоскую высокий дар. О, можешь снидить, не дай. Не зря, да, сходили в РС-ку. Холич ГЦ. Да, может, вторую сейчас сразу? Ну, я не буду брать. А может, чешечку на базу, нахуй? А чё ты? Так, танковские боты надо кинуть из танков? Пожилую, блядь. А я чувал забыл. О, это мне, что ли? Дермище, не ладно. Может, это... Дермище, блин. Повратки, может. Ещё нет. РПБ чешет. Он тебе запястья нужны, я слышал. Кто-то поговаривает. Чё, пацаны, уступить магам тренинг? Снимайте ее, пожалуйста. На сову же не стоит чешку брать, да? Нахуй она нужна? На сову нет, конечно. Ну все тогда. Хохоста ей же не нужна своя. Ну да. Нет, там, по-моему, сейчас эта чешка дает точно так же, как и карта апнутая. Ну типа, только карта у, даже карты, больше. У карты минута КД, а у этого 45 секунд. Да, но карту ты сам нажимаешь. Ну а там прокается раз 45 секунд. Ну карту ты сам... Давай так. Подходи, под все подходит. Ну карты, кстати, вроде больше даже дают. Карта апнутая больше дает. Это 763 СП, а карта 700. Я не знаю, там вы сам меня хочет, да? Я... Чё ты меня уже поставишь столько? О, в ноль меня хотел. Я в ахуй чевал, бля, как... Нормально меня устраивает, 800 это вообще не... Короче, по аптайму там 33%, 30, короче. Лёгкая, лёгкая. Бля, я лучше с ребра с опушки заберу, как бы. Драка, драка, зверда, дайте. У него день рождения просто. Всё? Два человека РДДЧшку хотят? Ну, я не стал. Давай-ка нахуй, карта лучше. Карта лучше. Ну, сейчас да. А карту чешку не вариант? Нихуя, нихуя, чешка ху... Ой, чешка Дол... лучше. Долгонок, чешка. Долгонок, наверное, а, долгонок, и... Да, долгонок. Этот Гром, чё, Гром тоже крутая же, нет? 2300 блоки. Долгоногом с Громом хорошо. Минусы были? Ему вообще не о чём. Минусы, ладно, сам минусы, ну. Долгонок карта сейчас на кастерах, ну, которые играют... Минусы не было. Я не могу минусовать, у меня гильчат не работает. Я минусовал. Мне 2700. И что там? РДД? 2300? Я сам сниму. Да уже сняли, сняли. Я себе снял. Потом уже снимать нечего. Обнули. Обнулили? Серьезная потеря на 2000.